Приветствую вас, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Приятного просмотра. Александр Градский хранил под подушкой в московской квартире около 300 миллионов рублей, рассказал друг музыканта, продюсер Евгений Морозов. По его словам, Градский был очень богат, но при этом весьма прижимист. Насколько я знаю, в его московской квартире лежало под подушкой 300 миллионов рублей. Не в банке, а под подушкой. Интересно, что стало с этими деньгами, заявил он «Комсомольской правде». Основным источником дохода Градского, по словам Морозова, было телешоу «Голос». Продюсер заявил, что за наставничество в программе Градский получал 10 миллионов рублей в месяц. А сколько он лет в «Голосе» сидел? Около 10 лет. Вот и накопил. Он же особо и не тратился никогда, жил в достатке, но деньгами не швырялся, пояснил он. Комментируя ограбление вдовы музыканта Марины Каташенко, Морозов согласился с мнением адвоката Сергея Жорина о вероятной инсценировке преступления с целью сокрытия денег из-за нежелания делить их с другими наследниками. 16 января трое преступников спровоцировали ДТП с машиной вдовы Александра Градского Марины Каташенко, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 миллионов рублей. Позднее появились предположения о возможной инсценировке преступления, однако полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой». Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за просмотр.